Всем привет, с вами снова Алексей, мы играем в Minecraft Agrarian Sky. Ну, кто не в курсе, надо было смотреть предыдущие серии, что это такое. Так, и у меня, в общем, сегодня такая задумка. Все, я продолжаю с Blood Magic. Так, сейчас мы сделаем авто. Хочу сделать сейчас автоспавнер. Автоспавнер, вот такую вот штуку. Так, сейчас вот это вот у меня где-то уже было. Так, и по-моему у меня уже тут все есть. Сейчас проверим. Вот так еще. Так, ага, и вот он блок. Да, все хорошо. Так, это есть. И, в общем, надо вспомнить, что было в прошлой серии. В прошлой серии я собирался сделать по квесту. Сейчас мы, давайте так... Заодно и я вспомню, потому что недавно проснулся только. Так, значит, смотрим. У нас есть вот этот волшебная часть этих самых квестов. И тут мне нужно сделать вот этот шар. А этот шар делается на алтаре третьего уровня, который я уже создал. Вот, но на него, чтобы его сделать, нужно 25 тысяч ЛП, то есть 25 литров крови. Я, конечно, тут к алтарю уже подключил, тут и банки, и всякое такое. И сделал комнату, в которой я буду спавнить. Ну, кстати, надо ее здесь поставить где-нибудь. Так, они раз, два, три, четыре. Где-то вот здесь поставим мы ее. И где-то... Ну, где-то вот тут, в принципе, можно поставить, наверное. Так, стоп, это, наверное, близковато. 3, 4, 5. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально, да. Так, вот здесь мы будем спавнить, наверное, зомби, которые будут сюда подходить. И если что, если мне не хватит, а мне не хватит крови, которая здесь, я их буду убивать и, соответственно, наполнять опять эту кровь. Да, где-то, наверное, вот так все это и будет. Так, теперь мне надо какую-то заготовку зомбиш, наверное. Так, где-то у меня тут был Safari Net. Это Enderman, это Blaze, это все не то. Так, вот здесь у меня, по-моему, с коровой. Корову мы пока высадим. Так, и пойдем где-нибудь поймаем зомби. Так, корова здесь пока побудь. Так, где же поймать зомби? Ну, наверное, где-то возле меня там можно поймать зомби. Так, 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 так. Так, так, так. Иди сюда. Так, ребята, с вами мы тут тоже разберемся. Хорошо. Так, вот эту кровь тоже перекачать туда. Да ладно, не надо уже, наверное. Так, зомби у меня есть. Так, теперь надо эссенцию еще нужно взять. Так, ну у меня она тут, конечно, тоже есть тут банка, которую, в принципе, можно сейчас вот так сорвать. Отлично, хватит мне столько эссенции. Короче, у нас будет мобильный такой пункт, где будут производиться зомби. Так, еще мне нужна зарядка. Где она? У меня же она тут была вроде бы. Не понял. А где же она у меня? Где же? Где-то что-то она же прям была. Ну, в принципе, вот и Energy Cell есть. Насколько? На 10 ми... пойдет, в принципе. В принципе, пойдет. Так, хорошо. Или она, наверное, где-то здесь лежит. Вот чардж есть на 80к, но это маловато будет. Да, это будет маловато. На всякий случай, чтобы побольше было. Так, и еще мне надо взять вот этих вот штучек, чтобы немножечко там доукомплектовать. Так, значит, чардж мы этот поставим вот сюда. Пускай здесь стоит. Ой, как он по-другому выглядит в этом текстурпаке. Так, выход у него будет справа. Но я так думаю, что он уже запитал. Нет, не запитал. Потому что нет у него тут выхода. Да, все, оно есть. То есть сюда осталось только ткнуть вот это Safari Net. А, нет, еще не хватит ткнуть Safari Net. Надо еще банку сюда поставить. Так. И спустить ее, наверное. Да, вот так пойдет. В принципе, мне
Сколько там? 1000, по-моему, нужно на одного зомби. Нет, 4 не хватит, 4 не хватит. Так, короче, объясняю проблему для тех, кто не понял. В этой штуке можно кинуть золотой блок. Он у меня с собой, кстати, да, он у меня с собой. И в него нужно напитать 25 тысяч крови отсюда. Вот, но кровь по трубам перетекает медленно. Ну и вообще, она в этот самый попадает медленно. Поэтому, если кровь здесь кончается, когда напитывается, а здесь у меня сейчас на 13 тысяч только емкость. Вот, смотрите, внизу написано capacity 13 тысяч. Вообще-то тут 10 тысяч, но я вот этими двумя, которые мне достались в подарок, двумя вот этими рунами, я увеличил до 13 тысяч, получается. Больше я сделать их не могу, потому что, чтобы их сделать, мне нужен, собственно, тот шар, который я хочу сделать. Короче, такой замкнутый круг получается. Как вообще по-умному это делать, я понятия не имею. Но вот именно как 10 тысячами накопить 25, параллельно подкапливая или и себя убивая. Но даже себя убивая, не получается быстро это делать. Кстати, вот эти вот скоростные руны я, по-моему, зря поставил. Потому что они мне сейчас будут быстро тратить эту самую энергию. Ну, хотя, с другой стороны, да не хотелось бы просто истратить много крови. Короче, лучше я их уберу, поставлю обычные. Поставлю-ка я обычные, чтобы не было большой скорости, вот как бы это, большой скорости ухода вот этой вот энергии. Вот эти скоростные руны, насколько они, я понял, они увеличивают именно скорость, скорость, с которой тратится кровь, а не скорость, с которой она течет потом туда. Так, ладненько, значит, нужно сделать как-то вот такой вот бортик, наверное, да, вот тут потом мы закроемся. Наверное, как-то вот так будет, да? Здесь мы будем убивать зомби, чтобы они потом опять туда попадали. Так, и когда я сюда подбегу, я здесь закрою, и все, и зомби тогда не пройдут уже. Отлично. Так, и вот отсюда откуда-то у меня будет шанс поставить туда золотой блок. Ну, вроде бы да. Вроде бы да. Так, и если что, если там кровь будет кончаться, а она там будет кончаться, да, я буду подбивать этих зомби, так, чтобы туда накопить. Отсюда еще из банки будет также течь сюда. Короче, вот такой вот дикий план. В общем, мне нужно сегодня по-любому получить этот шар. Так, ну ладно. Значит, тогда я пока ставлю этот золотой блок. Вот он начал уже накапливать. У меня интенсивно кончается кровь. Сюда мы ставим этот самый. Все, он начал работать. Здесь мы... Он же начал работать. Что-то я не вижу там никаких зомби. Так, да, зомби начали появляться. Сейчас вот они все сюда пошли. И я не предугадал, что они могут туда залазить. Ну и все, пока все хорошо получается. Так, сколько у нас там идет? Ух, уже 0 ЛП? Блин. Как оно быстро, а? Черт, вот это вот я не ожидал, конечно. Черт, это вообще все плохо. Оно не работает так, как должно. Да, даже не знаю. По-моему, надо было больше. Так, а ну-ка, сколько там уже? 0 ЛП? По-моему, все пропало. Ребятушки, по-моему, все пропало. Да, по-моему, все пропало. А, это current essence. Там 0, да, так и знаю. 0 ЛП. Ужас. По-моему, оно даже не работает так, как должно работать. Ну, не знаю, даже не знаю. По-моему, там все сбросилось уже. И, короче, я был не готов к этой всей фигне.
И сейчас у меня там кончится эссенция, получается. Да, это была засада. Вот эти маленькие-то зомби откуда появились? Все, зомби кончились. Все, и шар получился. Отлично, 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 отлично. Фух, фух, вроде бы эксперимент удался. Так, а чё у меня так мало голода? Я настолько устал. Так, ну что ж, эксперимент, в принципе, прошел напряженно, но, в принципе, удачно. Хоть и напряженно. Так, шар мы получили. Пусть и настолько сложным путем. Так, как тебя свернуть-то, а? Ну, наверное, разбить. Да нет, вообще-то срывают с шифтом. А чё он... А. Хм. Это неправильно все работает. Ну да ладно, значит, это мы пока убираем. Так, и шар у нас есть. Шар у нас есть, это хорошо. И, в общем-то, мне больше от этого всего ничего не нужно. Сейчас мы посмотрим, прошли мы ли мы квест. Ну, а куда он делся? Конечно, наверное, прошелся. Так, Manual Detect. Так, Ritual Stone, Blood Rune. Хм. Наверное, Ritual Stone, раз его больше. Так, есть Detect Task, хорошо. Так, а теперь вот это вот. Green Groove. Air Sigil. Ну, это все, да, это все, да. Это, это надо смотреть, как это делается. Ну-ка. Так, вот она. Да, с этим... Да ладно, Харвестер, Плантер. Плантер, Харвестер, Плантер, Харвестер. Что это такое вообще? Так, ну ладно, допустим. Ничего себе рецептик. Так, а второе, что там было... Эйр что-то, да? Перышки. Ну, это попроще, конечно. Слезда Гаста. По-моему, это чтобы летать, насколько... Да, я знаю. Ну, ладно, это я сделаю. Это всего лишь рецепт. Это все крафтить просто нужно. Так, хорошо. И мне что-то начали какие-то опять глюки. Что-то там начало... Ну, что это такое вообще? Да, что-то, короче, глючит иногда у меня уже Майнкрафт, честно. Так, надо отсюда всякое строительное повыкладывать. Это оно у меня вот здесь было, да. Так, вот это Cobblestone пока на месте положим. Так, и посмотрим, что у нас там в нашем рюкзаке. О, Capacity, отлично. Как раз то, что я, собственно, и хотел делать потом. Ну ладно, это мы потом туда вкопаем. Так, что бы еще такого сегодня поделать? Есть там, по-моему, с джетпаком такая хорошая штука. Так, где там у меня Capacity? Сюда же поставим их. Так, это я 4 воткнул. У меня там на 17500 получается. Ну давайте сюда еще одну воткнем. Так, хорошее, да, хорошее дело. Можно тут дальше, в принципе, очень легко накапливать здесь энергию потом, ну, этой крови этой. Так, а еще у меня там по квестам очень много всего есть интересного из другой темы. Мне что-то волшебство это все не очень нравится, если честно. Это мы сделаем, это несложно сделать. Так, вот это еще есть, но это мы тоже, это из разного вида там песка там и так далее делаются вот такие вот шаржи. По-моему, шаршин называется, да. Шард. Не сейчас, не сейчас, нет. Сейчас я хочу, у меня тут есть это Steel Power, я же его еще не закончил, и у меня тут как раз очень много интересного. Например, вот эта штука, которую давно уже бы
надо бы сделать. Это у нас Redstone Jetpack. Jetpack, вот его мы сейчас, наверное, сделаем, потому что он тоже нужен. Так, Jetpack. Вот такой вот. А, такой Jetpack с этим эндерингами. Так, для него вот эта штука нужна. Ну-ка, кстати, что там у нас? И чего там не хватает? Так, стоп, мне точно оно нужно? Точно оно? Не, лидстоун, а не эндерстоун. Так, ладно, ну-ка, лидстоун. Так, вот такой вот мне нужен. А, вот это вот я как раз сделал. Угу. Так, вот эта штука мне нужна. Блин, кожи не хватает. Кстати, а как можно кожу сделать? Так как, берешь вот так вот меч, идешь к корове и просишь у нее кожи. Убедительно причем просишь. Ну, кожу можно наделать. Вот, кстати, да, сглупил я. Надо было корову просто развести побольше. Да и все. Ну, ладно. А, кстати, я хоть кожу получил, а я ее даже не получил. Ну-ка, кстати, кстати, о рыбках. Нельзя ли это раздолбать? Так, ладненько, это мы сейчас высадим. Так, блин, что-то я не могу сориентироваться, куда мне в первую очередь бежать. Ну, есть у меня там, конечно, ферма. Сейчас мы возьмем еще... Короче, ладно. Зря я корову убил. Зря. Да подожди, подожди, подожди. Так, пойдем мы сейчас поймаем корову. Ферма-то недалеко, слава богу. Она, надеюсь, у меня там не последняя. Так, что-то у меня там залетело. Падает, это не то. Как-то все залетает, все очень куда-то пропадает. Мне что-то такое так кажется как-то. Так, это я пошел ловить корову, да, точно. Так, и рыбками. А, вот что я хотел сегодня еще позаниматься. Хотел позаниматься рыбками. Вот рыбками мы, наверное, позанимаемся заодно и научимся ими заниматься, потому что раньше я ими ни разу не занимался. Да, есть там какая-то фиш что-то там, которая производит из рыбок разные продукты. Вот мы это, наверное, сейчас и попробуем сделать. Так, сейчас мы включим все это вместе с гриндером. Так, гриндер у меня, кстати, работает. Эссенция почему-то с него не сливается. Вот это странно. А должна. Должна. Может быть, правда, конечно, ей некуда сливаться, поэтому... Так, а ну-ка, гриндер вообще работает? Да, работает. Так, это я что, выключил? А там эссенция, кстати, есть? Есть. Коровы. У меня, кстати, этот рычаг может неправильно работать. Типа на off работает как он. А ну давайте, коровы, ну. Коровы. О, появились, да? Тю, блин, вот кожи лежит куча. Ну ладно, сейчас чуть-чуть попроизводим. Вообще мне на самом деле не это надо производить из коров, так что я пока выключу лучше. Так. Так, это есть. Так, а я там, что там делаю-то? Jetpack. Так, лидстоун. Это вот такой, да? Кстати, если такой сделать, было бы круто. Я так понял, что там есть апгрейды, да? А, это, кстати, броня на них. Ну, тоже хорошо, кстати. Так, вот эти штуки. Ой, блин, тут стимы всякие. Ой, блин, тут копер. Так, 4 таких нужно. Значит, таких 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть. Дальше. 4 двигателя таких нужно сделать, да? Так, на него один нужен. 1, 2, 3, 4. Есть.
Фу, блин, вот это сколько их тут делать. Раз, два, три, четыре. Есть. Так, это я не тот смотрю. Так, теперь такая вот шестерня. Коппер. Раз, два. Так, такие трубы. Так. Угу. Понятно. Вот этой штуки нету. Раз, два. Так, это тоже туда все. Еще одна. Так, и осталось положить вот этот шардж, который я тут зачем-то заряжал. Ну, надеюсь, оно будет сразу заряжено. Так, отлично. Выполнили мы этот квест. Да. Так, и что мы хотим получить? Steam турбина. Ну, почему бы нет? Можно вот эти, конечно, но подороже. А Steam турбину, я так думаю, что ее проще сделать. Ой, даже не знаю, что-то что взять лучше. И все такое вкусное. Может быть, лучше даже это взять. Не, ну это случайное дело. Так что давайте-ка, наверное, Redstone Truster. А ну-ка, что это за Redstone Truster? Что-то тут такого даже нету. Как он пишется, та собака? А, срустер какой-то. Срустер. Так, Redstone срустер. Из чего он там делается? Динамо. Инвар. Ну, короче, я так понимаю, что он применяется в другом джетпаке просто, да, который... Ага. Который, видимо, побольше 150 рев за тик на 2 миллиона. А насколько, кстати, рассчитан мой? На 25 тысяч всего. Это что там, речку перелететь, что ли? Кстати, его, походу, можно же зарядить. Да. Очень быстро заряжается, ты гляди. Так, хорошо. И если я его сюда поставлю. Ага, его, наверное, как-то надо еще включить. Да, с помощью F. Ну, и тратится весьма так быстро. Заодно и посмотрим, как у нас вся эта база выглядит. Так, ну ничего, ничего, хороший джетпак. Правда, надо было делать нормальный. Вот, так что, как он там выключается, кстати. F. Disabled, да. Так, это есть у нас. Хорошо, отлично, отлично, отлично. Пока я его сниму и положу куда-нибудь вот сюда. Он мне пока не очень-то нужен. Кстати, а можно же на базе него сделать, да, другой. И можно даже хороший. Короче, возьму я, наверное, вот эти штуки, чтобы их потом не крафтить. Потому что турбину я, наверное, сделаю. И так. Ну, не знаю, это вообще-то насколько там вот это лучше, если что. Есть еще четвертый уже сделать, если большой. Хотя, с другой стороны, нафиг он нужен такой большой. Так, извините, ребятушки, что я тут сам с собой разговариваю. Ладно, возьмем вот эти Steam турбин. Ну, давайте посмотрим, как делается Steam турбина. Может, она дороже делается. Так, Steam. О, это не то. Steam турбина, да, вот. Сильвер. Я думаю, лучше вот это сделать. Ну, в смысле, взять вот эту вот штуку. Так. Хорошо. Кстати, у меня что-то есть еще и рюкзак с чем-то. Плам. Ну, а что делать? Так.
Это мы сейчас сюда закинем. Вот это то, что мне мешается. Грибочки — хорошее дело. Вот это то, что у меня аннулятор тут стоит. Так, ладненько, что там у нас дальше по квестам еще есть? Так, это мы сделали, это мы сделали. Вот, Steam Room нужно. Вот если бы сделал Steam Турбину, сейчас взял, у меня бы уже это было наполовину сделано. Так, ну это мы сделаем. Вот это, кстати, легко сделать. Графит, по-моему, делается просто пережиганием угля. А ну-ка посмотрим. Так, вот, берем уголь. И, по-моему, вот если его сюда положить, получится графит. Да, графит бар. Так, а ну-ка смотрим. Да. Ох, сколько я сейчас тут получу. Низим ураниум ор. Рутил. Хм, интересно. Так, и куда же я это все буду ложить? Голова зомби что-то тут делает тоже. Так, вот это все волшебное мы сюда пока спрячем. Ритуалы и так далее. Грибы. Так, смотрим, что там мы получили, что там мы... А, мы еще ничего не получили, нам надо ее забрать, эту награду. А, тут что-то из этого надо выбрать. Ну, вот это оно... Ну, вот, кстати, Plutonium Ingot, может быть, стоит взять. Рутил. Хорошее дело, рутил. Это ж руда получается. Я так думаю. Потому что вот это, по-моему, получать можно самому. А вот это я не знаю, делается оно или нет. И незер ураниум тоже не обязательно. Так, блютониум. Блютониум. Как делается блютониум? Так, блютониум получается из пыли. А пыль получается из слитка. Так, ну давайте возьмем блютониум. Черт с ним, я не помню, как он производится. Хотя рутила, наверное. Так, а, рутил он для рыбок потом понадобится. Возьмем, короче, возьмем рутил. Рутил, рутил, хорошее дело. Так, вот еще у нас одна жизнь. 24 жизни у меня? Ничего себе. Когда это я их получать успеваю только? Так, опять начинаются глюки с бэгами. О, меч. Spiked Sword. Так, что там у него? Jagged Climb. Три сердца выбивает. Ну, хорошая, конечно, штука. Так, а у меня тут другой есть. Тоже три сердца. А, нет, он 2,5 выбивает. 2,5 пока отложим. Три сердца — это хорошо выбивать. Хм. Круто. Так, ну ладно. В общем, о, кстати, это можно, по-моему, сюда вставлять. По-моему, нет, нельзя. Показалось. Нет, это с помощью него можно там что-то сделать, по-моему. А нет, нельзя. Странно, 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 странно. Так, ну ладно, я думаю, на этом мы серию закончим. В общем, мы сегодня прошли вообще-то неплохо так. То есть мы вот с помощью вот этого нашего алтаря получили вот этот магический шар. Magic Blood Orb. Вот, его получили. Потом прошли пару квестов. Ну, что, весьма результативно. Там всякие джетпаки наделали. Так что, не знаю, что там я дальше буду проходить. Но потихоньку движется. Потихоньку движется. Кстати, насколько у меня там закончен этот квест? А, кстати, вот, реактор надо собирать. Будем собирать в следующий раз реактор. Точно, мне понадобится много энергии. Вот, мы соберем реактор. Где-нибудь вот там его поставим. Так, на этом все. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.